Внимание, меня будут пытать. Все, что я отвечаю, под вопросом. Наорать или промолчать? Наорать это, конечно, естественней. Вот. Поэтому в целом в этом... Знаете, самое страшное – это оскорбление. Иногда кто-то кричит, ругается. Вот. Но видно, что просто... Ну, пусть покричит уже в конце концов, понимаете? Но мы путаем эти бурные эмоции с оскорблением. Вот. Если это не оскорбление, а просто буйство чувств, лучше дать самим наорать, все это поорать, и потом просто как бы... А то иначе будет психосоматика, будет заболевание тяжелое, все будет болеть, страдать. И потом уже орать будет не на кого и не на что. И незачем. Море или горы? Ой, Господи, Боже мой. Ну, самое лучшее, это, конечно, вот как с гор, море. У меня так, я книжку пишу, у меня такой стол, оно на горе все, это море и книжка. Книжку лучше всего, вот это все, чтобы все были в курсе. Опера или балет? Раньше был балет, теперь опера. Гвоздь или молоток? Гвоздь или молоток? Мне как-то молоток ближе. Наверное, хочу наорать на кого-нибудь. Штиль или шторм? Я, конечно, помню, в шторме, конечно, вот есть вот это буйство жизни. Мне нравится. Но немного, конечно, бывает. Я был в очень таком нехорошем. Бодрит. Ахиллес или черепаха? Понимаете, у Ахиллеса был очень сложный невротический характер. Вот. Поэтому при всем том, что как-то надо к сыновьям богов относиться с уважением, выберем старую, мудрую, спокойную, не орущую на кого черепаху. Сделать или отложить? Сделать или отложить. А лучше сделать. Давайте рубанем.